Метели пришли в Европу. Из-за этого в трех районах Болгарии объявлен красный, наивысший уровень опасности. Местами осадки не прекращаются более суток. За это время намело сугробы высотой до 40 сантиметров. На дорогах заносы. Похожая картина сейчас в Польше, где непогода привела к нескольким тяжелым авариям, в том числе с участием автобуса. Ну и не просто на дорогах Чехии. Гололед на трассах такой, что машины практически не могут остановиться. В занос уходят многотонные фуры. А в Хорватии другая проблема. На страну обрушился ураган. Порывы ветра местами достигают 145 км в час. Пришлось на время перекрыть движение по некоторым мостам.